Однажды в квартире у молодой женщины расцвел кактус. До этого он 4 года торчал на подоконнике, похожий на хмурого и небритого дворника. И вдруг такой сюрприз. «Странно, что меня считают злобной и бездушной стервой», — подумала женщина. «Это все неправда. У бездушных и злых кактусы не цветут». В приятных думах о цветущем кактусе она случайно наступила на ногу мрачному мужчине в метро. На его замечание она не заорала, как обычно, с оскорбленным видом. «Ах, если уж вы такой барин, то и ездите на такси!» А улыбнулась. «Не сердитесь на меня, пожалуйста. Мне не за что держаться. Если хотите, наступите мне тоже на ногу, и будем квиты». Мрачный мужчина проглотил то, что собирался озвучить по ее поводу. Потом вышел на станции и, покупая газету, вместо того, чтобы нахамить продавщице, запутавшейся с подсчетом сдачи, и обозвать ее тупой коровой, сказал: «Ничего страшного, пересчитайте еще раз. Я тоже с утра пораньше не силен в математике». Продавщица, не ожидавшая такого ответа, расчувствовалась и отдала бесплатно 2 старых журнала и целую кипу старых газет пенсионеру, постоянному покупателю, который очень любил читать прессу, но приобретал каждый день только 1 газету подешевле. Конечно, нераспроданный товар полагалось списывать, но любые правила можно обойти. Довольный старик пошел домой с охапкой газет и журналов. Встретив соседку с верхнего этажа, он не устроил ей ежедневный скандал на тему «Ваш ребенок, как слон, топает по квартире и мешает отдыхать. Воспитывать его надо лучше». А посмотрел и удивился. «Ну надо же, как дочка-то ваша выросла. Никак не пойму, на кого она больше похожа, на вас или на отца. Но точно будет красавицей. У меня глаз наметанный». Соседка отвела ребенка в сад, пришла на работу в регистратуру и не стала кричать на бестолковую бабку, записавшуюся на прием к врачу на вчерашний день, но пришедшую сегодня, а произнесла: «Да ладно, не расстраивайтесь. Я тоже иногда забываю свои дела. Вы посидите минутку, а я уточню у врача, вдруг он сможет принять вас». Бабка, попав на прием, не стала требовать выписать ей очень действенное, но недорогое лекарство, которое может мгновенно помочь вылечить болезнь. Угрожая в случае отказа написать жалобы во все инстанции, вплоть до Страсбургского суда по правам человека, а вздохнула и сказала: «Я же не совсем еще из ума выжила, понимаю, что старость не лечится, но вы меня, доктор, простите, что таскаюсь к вам постоянно, как на работу». А доктор, направляясь вечером домой, вдруг вспомнил бабку и пожалел ее. Он подумал, что жизнь в ее привычной суете летит мимо, и, поддавшись внезапному порыву, остановился у ближайшего супермаркета, купил букет цветов, торт с кремовыми розами и поехал совсем в другую сторону. Подъехал к дому, поднялся на 3-й этаж и постучал в дверь. Я тут подумал: ну зачем мы все делим, словно дети, играющие в песочнице? Я вот тебе торт купил, только я на него нечаянно положил свой портфель, и он слегка помялся. Но это же не страшно. На вкусовые качества ведь он точно не повлияет. А я еще купил тебе цветы. Только они тоже немного помялись этим портфелем. Но, может, отойдут?» «Обязательно отойдут», — ответила женщина. «Мы их реанимируем. А у меня новость, ты представляешь?
Я сегодня проснулась, смотрю на окошко, а у меня кактус расцвел, видишь?